Здрасте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Сметанин Андрей, форвард Интер Майами. Как вам сегодняшняя игра? Отличная игра, много борьбы было. Ребята очень хорошо вышли вперед. Сначала наши соперники 3-1. Но потом что-то во втором тайме мы их подприжали и смогли сравнять. Ну и в итоге 4-4, боевая ничья. Угу. Счет по игре, я считаю. Понятно. Ожидали в целом такой ход игры или рассчитывали на более легкие? Ну, если честно, вроде как должны были лучше играть. У нас сегодня хороший состав, много замен. Вот. Но по факту опять играли без центра. Ну, нужно наигрывать игру, будем больше тренироваться, играть через центр. Я думаю, больше побед будет.